Давай. Сегодня 26 февраля. Краснодар. И мы, короче, выбираем шаурму. Мама какую сказала? Шаурма со свининой. Со свининой? Одна шаурма со свининой, вторая тоже шаурма со свининой. На улице не поймешь. Вроде как сегодня тепло, а ветер такой с ног сбивает, холодный. Аленка у меня сейчас шаурму заказала на всю семью. Мы ее любим. Со свининкой особенно. У нас, кстати, цель вот на таком вот рыночке найти сало купить. О, черемша уже есть. Прикольно. Гуляем сегодня по скверу, названному в честь Прасковьи Ивановны Вишняковой. До недавнего времени он назывался совершенно иначе. Мы сейчас с вами в этом убедимся лично. Находится, ну, на самой загруженной улице Ставропольской, одной из самых нагруженных улиц. Ух ты! Национальный проект «Жилье и городская среда». Он много лет находился в таком, ну, заброшенном состоянии, а сейчас можжевельники. Тут, кстати, вот растет бундук. Три десятка уникальных деревьев. Мыльное дерево еще называется, но тут мальчики. Одни мальчики. Поэтому не плодоносят. Но для юга нашей страны это, конечно, уникальная посадка. А, ну вот все. Благоустроили. Как было и как стало. Мои уже сидят где-то шавуху кушают. Вон они. Шаверму. Так, мини-стояночка. Ух ты, гнездо. На каштане. Конском. Вот еще семена валяются. А знаете что? А я вот возьму. А вот целый плодик, что ли? Да, гляньте, как замечательно. Каштан конский, колючий. Это уже с плесенью все. Не пойдет. Ну, каштаны, конечно, красавцы. Они, в отличие, допустим, от бундука, плодоносят, как видите. Вот тут кто-то Новый год отмечал или день рождения. Кора, конечно, впечатляет. Гиганты. А вот вождь пролетариата. Раньше этот сквер назывался сквер имени Ленина. Это вообще-то на самом деле один из первых памятников вождю, установленных в Краснодарском крае. Вы только гляньте, какие лавочки. Вот молодцы, всюду подчеркивается вот эта вот история. О, семена гледича трехколючковая долетела. Ух ты, там еще одно гнездо.
Это вот еще вчерашние у меня следы пребывания в парке. Я на самом деле себе тоже взял шаурму и бутылочку моего любимого Тана. Тан я люблю не меньше, чем Айран. К памятнику Ленину мы еще подойдем. А пока, гляньте, они сидят без меня. Не, так мусорка попадает. Как у нас в Сочи, стрижка газона в феврале. Ну иначе все так быстро вырастет, потом не успеете весной. Пойдем поближе глянем памятник. Кормушки для птичек висят. Крестьяне с косами, казаки. С красным знаменем памятник Ленину. 1925 год. Скульптор Дитрих. Красиво. Но лавочки, конечно, огонь. Мы сейчас идем к месту, которое Алена называет березки. Вот эти вот столбы. Пойдем глянем. Правда, 16 градусов? Где? Нарисовано, смотри. 15, 19, 16, что, 16 градусов? Вполне возможно. Но вы гляньте, сколько. Но вообще из... Но вообще издалека выглядит как этот, как березки. А там самолетик. А, Вова, смотри. 15. Краснодар, 15. Ну да. Нет, на улице тепло, если б не ветер, вот прям жарко. Особенно вот около Магнита, там солнышко сейчас было, ну прям тепло. Лавровишня. Лавровишня наша родная. Катальпа огромное макаронное дерево. Пигнуние видное. Вот только ветер холодный. Казалось бы, ничего необычного, но опытный взгляд ботаника обнаружил оотеку богомола. Февраль. Краснодар. Прямо ровными рядами. Огромные каштаны и бундуки. Подстриженные уже. А! Мне кажется, что мы вот там вот ездили, вон туда ездили. Идем к березкам. Алена выкладывает на свой канал. Ну, мне это не надо уже. А лучик? А где лучик? Да вот опять нету его. А, нет, вот он. Причем мы узнали, мы вон там вот под мостом как-то проезжали уже, вот по этой улице. И вниз уходили. И там дальше, по-моему, мы ехали-ехали-ехали и выезжали на... Ну да, и выезжали, все, это Ставропольская была...
О, оглянитесь на меня, сейчас солнышко светит, очень красиво. Ален. Гитары. Самолетики мои любимые. Самолетики. Самолетики. Причем, гляньте, времен Великой Отечественной, да? Ил-2. И современные матрешки. О, ракеты космические. Нет. А это что, бутылки? Какие-то бутылки. И бутылки. Прям вот. Причем, смотри, вот тут бутылки. Вот, видишь? Да. Минералочка. Да, минералочка, да. Ну или ходыжинская. Не знаю, вообще странная ассоциация, да, березки? Бутылка, космос, ракета, самолет, балалайка, гитара. И если что... Матрешка. Да. Матрешки. А, это матрешки, точно. Все, вся Россия. Вообще, кстати, выглядит... А это вот это иноагент. Вообще матрешки издалека выглядят как гантели. Бум! Если мы тихо уйдем, Алена не заметит. Хочешь? А, папа? Вдвоем зависли. Вот так они гуляют по скверу. Очень нравится. Да, глядя в телефон. Ух, какой. Это что за прелесть? Это вот так вот растет каштан. Дерево маленький. В дереве. Да. Ну, мило. Крутенько. Вообще не очень верится. Чей-то я даже не знаю, как тебя зарубить. Лучик, будешь мармеладки? Буду, буду, это, ой. Это нужно было... А, вот. Наконец-то мне кашал. Это было его это, их подать. Поэтому такой маленький? Нет. Тут же логика была не в том, какой он будет, большой или маленький. А видишь, его поддерживают разные слои населения. Я подумаю, может... Ой, какой розарий! Вы только гляньте, как круто сделано. И везде мусорки, лавочки, везде с буквой Е. Екатерина II. Это очень-очень-очень красиво подчеркивает историческую преемственность. Смотрите, как активно убираются сейчас. Просто. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Если бы я была в Сочи, я бы подумала, да, кто-то едет. К нам едут. К нам едут, как обычно, да. Но здесь это очень необычно. Но здесь я не знаю, кто может ехать. Ну, столица все-таки. Кто угодно может ехать.